Перед началом видео я снова вам порекомендую Start.com. Если вы до сих пор не подписаны на этот паблик ВКонтакте, то вы очень многое теряете. Тут очень смешные видео и очень смешные мемы. Заходите и подписывайтесь. Ссылочка в описании. Всем привет, с вами мистер Steam. И сегодня мы сыграем в Майнкрафт, как вы и просили в группе ВК. Вы отметили, что хотите мини-игру, поэтому получайте мини-игру под названием Gravity. Суть в этой игре, то есть... Ты, короче, встаешь вот так вот... Смотришь туда, у тебя мир прогружается, у меня ни хрена не прогружается. Ты, короче, там внизу вода, попадаешь и перемещаешься в другое место. Я хрен знает, как летать тут. Ну я летаю! О, вода. Давай! Давай! О! Первый изи-пизи для москвизи. Я не знаю, я просто давно уже не играл в Майнкрафт, а в GTA 5 и CSGO и так далее. Так, следующий уровень, надеюсь, он... Оу. Да пофиг, летим! Нет, я не летим. Вон, я вижу воду, тут стекла. Нечестно. Дождите. Я не вижу. Давай, давай. Оп. Я не понял. Давай, нормально же. Летали. А, тут во какая тема, блин. Ну ладно, все, третий уровень. Все, у нас третий уровень. Все, поехали, быстрей. Кто-то тут вообще мастер просто по этим... Гравити. Так, я понял. Так, вон я вижу воду. Нет, это не вода. А, нет, вода. Да я крутой, смотрите, что я делаю. Нормально так. Так, четвертый уровень. Майнкрафт, как всегда, лагает. Но это не от меня зависит, а от моего интернета. Где вода-то? Я не понял. А, вон она где. Или это не она? Это она. Чего вы меня обманываете? Так, девушки! Посторонитесь, пятый уровень, это моя игра, поняла? Девушка. Девушка, нечестно. Девушка! Нет! Нет, я первый хотел! Ну ладно, я второй. Да. А на минут 30 это было очень быстро. Второй. Ну, короче, продолжаем это второй раунд и. Тут что-то. Что-то. Я вижу слайм-платформу, прыгаем на нее. Летим. Да! Фу, я жду. Все, наша задача взять первое место и... Ух ты. Тихо! Тихо! Тихо, я вижу слайма. И вот так вот, да. Все, хорошо. Так, дальше. Пчелы, уйди! Я ничего, я вон вижу уже воду, а ты пить нюхаешь. Ха-ха-ха. Быстрее! Так, давай, 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 первое место, все, четвертый уровень, давайте, 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 штыть. Так, вот сюда можно прыгнуть? Понятно. В смысле две минуты? Какого, как он, что за задроты тут играют? Я ни хрена не понимаю. Ща, все будет, Кого ты делаешь со мной, Майнкрафт? Майнкрафт. Где выход? Стрек к выходу. Да там уже второе место. Да ну нафиг, третье место, серьезно? Если... Давай, заходи. Сколько тут? Я упал. Вижу воду. Это не вода, а нет, вода. Все, третье место, ладно. Неплохо, неплохо. Но первое место мы точно займем. Сколько там? Минута 20. Оу, минута 29. Серьезно? Серьезное заявление, друзья. Ладно, следующее. Итак, друзья, это третий раунд, и мы сейчас будем прыгать в мире Марио. Я вам уже воду вижу. Так уж вонючий пищу насосит. Да. Спрыгиваем, бежим, быстрее бежим. Эти черти за мной бегут. Давай, давай, сейчас первое место займем. Куда? О, неплохо. Подождите, а куда надо-то? Читер. Заметил, да. Опа! Подожди, я первый. Пауки, я вижу воду, но она далеко. Нет. Так, прыгаем вот сюда. Прилетаем вот сюда. Как две минуты-то? Кого? Как я умер-то? Алло, мама. Майнкрафт, пожалуйста. Да. Где? Портал, портал! А, далеко. 37 секунд, что за люди тут играют?
У меня 3 фейла. Че тут? Ха. Куда прыгать-то? О, паутина. Ха. Вот это я читер чистой воды просто. Где портал-то? Портал. 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 Иди сюда. Портал. Как люди 37 секунд базовую. Вау, просто. Тут что, куда летим-то? Летим. Вижу воду. Нет, мимо. Короче, вот сюда надо. Вот. Да я понял. Сейчас все будет. Сейчас, смотри. Опа, и вода. Да. Просто бух, 5 фейлов. Ничего. Второе место. 2 раза подряд. Ладно, приступаем к следующему раунду. Итак, друзья, это 4-й раунд, я уже вижу воду, и мы прыгнем прямо в воду. И это очень хорошо, что тут есть вода, потому что можем посмотреть, куда дальше. И я вижу уже, куда дальше. И мы падаем прямо в воду, прям четко в воду, все. Бежим, бежим, быстрей. Йоу. Почему у меня не прогрузился мир? А хотя... Изи-пизи, лямонский. Опа! Блин, обновления эти в Майнкрафте новые вообще каждый раз меня удивляют. О, я это видел. Я видел видосик с такой картой. Это было в далеком 2009, наверное. Ну и тут, в принципе, легко. А, у нас была эта карта уже, все. О, 47 секунд, да ну нафиг! Как он делает такую штуку мне? 53. О, нет! Я лоханулся один раз. За всю игру лоханулся один раз. Да ну нафиг. Да, ну ладно, 4-е. Ну, 5-й раунд, наверное, решающий будет у нас. И мы справимся всего лишь за несколько секунд. Первое место. 5-й раунд. Финал. Итак, друзья, это 5-й раунд. Финальный у нас раунд. И мы сейчас должны выиграть, просто первое место занять и... пойти спать со спокойной душой. И мы, конечно, лоханемся, как всегда. Потому что мы, блин, не задроты. В Майнкрафт сильно не играем много. Но мы справимся с этой задачкой. И поэтому мы пройдем дальше. И упадем опять, как всегда. И нам пофиг, мы супер крутые перцы. И поэтому... Оба, раз, два, три. Женщина, стойте, меня забыли. Тут тоже, в принципе, не очень сложно. Беру свои слова обратно. И... Нет, давай быстрее! Я боюсь проиграть, я хочу первое место. Женщина, вернитесь. Вернитесь ко мне обратно, пожалуйста. Я хочу выиграть раунд. Пожалуйста, я прям хочу. Нет, за 46 секунд. Да ну нафиг, что за люди такие? Вообще понять не могу. Что за водяной портал, надеюсь, мне сюда. Если нет, то я проиграю, наверное. А, круто. Там голова Дэдпула. 46 секунд. Куда прыгать? Мама, я не на прыжок не нажал. Прыжок веры. Ух ты. А, изи. А, нет, не изи. Какого хрена? Я опять на прыжок не нажал. А, это типа кровать. И она такая, уа. Куда? Куда? Так, все, все, все. Второе место, второе место, второе место. Нет, третье. Черти. Ладно. Пойдет и такое место. Давайте осмотрим комнату. Что за... What the fuck, вот это ботинки. Ладно, спасибо за то, что посмотрели мое видео, поставили лайк, прокомментировали, подписались в группу ВК, обязательно подписывайтесь на Start.com. Ссылочка в описании и сервер тоже в описании. Заходите, будем вместе играть. Всем удачи и всем пока!